Индия, Раджкот, 13 сентября. Сильные дожди выбили жизнь из строя в Саураштре и Куче, нанеся ущерб имуществу. В Джамнагаре официальные лица использовали вертолеты для спасения людей, которые застряли в своих домах из-за сильного потока воды в воскресенье и понедельник. Более 30 жителей были спасены на лодках в районах Ганпат-Нагар, Гурудвара. Жители этих районов позвонили в офис муниципальной корпорации Джамнагара в поисках помощи после того, как в их дома хлынула дождевая вода. Не только жилые районы, но и паводковые воды хлынули даже в правительственные учреждения возле пруда Лапкота, колонии Парк, правительственной колонии, колонии Патракар, общество Гурудвара, общество Шанти и линии Лимбада. Thank you.